Здравствуйте, товарищи! Здравия желаем, товарищ генерал-майор! Поздравляю вас с 79-й годовщиной победы в Великой Отечественной войне! Ура! Пройдут они? А чем мы приехали? Ну, наконец-то. Открывает парад взвод барабанщиков Волгоградского казачьего кадетского корпуса и... На площадь входят военнослужащие роты почетного караула, которая была сформирована 28 января 1978 года для несения службы на мемориале Мамаев-Курган Федеральной службы безопасности России по Волгоградской области. Пограничное управление является правоприемником 38-го краснознаменного пограничного отряда. Возглавляет парадный расчет начальник пограничного. В парадном строю подразделение 40-й гвардейской краснознаменной ракетной бригады. Дополнительного образования Волгоградской области спортивная школа «Юный Ястреб» имени Героя Советского Союза Александра Числова. Также традиционно свою технику демонстрируют региональные общественные организации. Калининграда, видный полноприводный легковой автомобиль ГАЗ-67. На площади павших борцов армейские советский легковой автомобиль повышенной проходимости ГАЗ-69. В боевом строю заменил автомобиль ГАЗ-67. Газета ГАЗ-63, советский среднетоннажный грузовой автомобиль повышенной проходимости, выпускался с апреля 1948 по январь 1969. Применялся в виде шасси для различной спецтехники военного назначения и как бортовой автомобиль. Возит на пожар до 1,5 тонн воды. ПТР-82А. Российский бронетранспортер лучший в своем классе. Вооружение предоставлено скорострельной 30-миллиметровой пушкой, спаренной с пулеметом ПКТ. Защищенности личного состава мотострелковых подразделений, ведущих боевые действия. На площади российские танки Т-80. Танк Т-80 – это гусеничная высокоподвижная боевая машина с пушечным и пулеметным вооружением, предназначенная для круглосуточного решения широкого круга боевых задач, в том числе в условиях применения оружия массового поражения. Впервые в парадном строю образцы защитного специального транспортного средства военной полиции «Айстейс» на базе автомобиля «КамАЗ». Кроме автомобилей, предназначен для перевозки личного состава в районах боевых действий и специальных операций. На площади важный парадок «Автомобиль КамАЗ», фиксирующий пушку «Газовский состав». «Т-20» – это одна из первых советских арт-систем, готовка вести огонь продолжает движение автомобиля. Thank you.
идет там. Este tanque está bastante pesado. Можно ли у вас автограф? Пожалуйста. Да. Понял. Спасибо большое. Как у вас зовут? Роман. Спасибо, Роман.
я бесплатно. Они сейчас пойдут мимо нас.